Так, чё-то я крестики беру. Вот этот беру, да? А, нет, это выше. Вот тут вот какой-то. Ой, мужик сидит, Ну, думает. здесь вот этот чуваки. Сейчас я его мужика возьму. А, вот он. Good job out there, 31. I mean Crane, right? И все? И все? А чё, чё-то показывало тут? А, Ну, выше? я сказал, молодец, типа овец. Давай, Ника, ты что скажешь? Глянь, Hey, do you барахло. have spare keys for 202? В чем Well, what's the дело? problem? Проблемы, слышь ты, Something's going on уголек. in there. The door's locked from inside. Цени, О, это цени, нужно. 10 человек. О, это у молоток пиздатый есть, желтый. И нож желтый Да? тоже. Ну, купи себе. У меня денег не хватает. Сигаретки продам, я не курю. То, что точно стоит покупать, это алкоголь и, типа, и марлю. Ебать, у него Отлично. реально баллонов с газом. Охуеть. Загазировался, сука. газированный малый. Да. Так, у кого взять-то, я не понял. У тебя, что ли? Dawood must still have a lot of things in that pawn shop of his. Well, probably a bit of everything, Да, really. вот, говорит, надо горбануть, Sure отнести could эту use some of суку. that stuff now. И все, блядь, и Все. вопросик пропал. И говорит, Дауда грабани, Мартина. Ебать. Че, чемодан наш? Можно приодеться тебе. Ой, А, фонарь. да, у тебя интересный костюм такой. Да, я живу, это вот такое. А, ля, тут щуки-то появились. Это у меня экипировка Urban Explorer. А вот ниндзя, цени сейчас. Переоденусь. Зацени меня. А я смотри, как выгляжу. Да, в костюмчике. Блин, здесь зеркало посмотреться, я хочу посмотреться. Ты ж видел там. Акула, это акула пера. О, вот тут неплохая, слушай. Цени. Нарисован что-то хуман, блять, хуюман. Атлет, Написано что. блядь. Бледная тень. А, вот этот мясной, это освежеванный. И быть костюмом, слушай. А они раньше были или что-то, я вообще не помню такого. Ну, у нас не было точно. Да. У нас какие-то были там, блядь. Ну да, там что-то вообще. Батвик, кстати, пиздатый на город. Индийский. Ади русский. А, вот этот вот русский. Давай, русский один. Не, батька, нахуй, маски, нахуй. Ладно. По России пожилая получается. А я буду уважаемый человек, нахуй. Так, нам надо выше на этаж. На этажик выше. Как это попасть? По лесенке. Так, вот тут это вопрос. О, пацаны. Открывай! Пес! С кем пообщаться с тобой? Ожидание других игроков, блять. Я рядом был. What's going on here? Что ты делаешь? Бахир заперся в комнате. Он пес. Обратился. Слышишь? Замок не поддается. Хочешь попробовать? Да давай. Попробуешь. Ебать, он там громит. Взлом. Так, повернуть отмычку. F, повернуть замок. F. А что за F, блять? Ну это классика, у нас там все просто. Как Fallout влом. Я понял, да. И не только Fallout, там многих. А, сломал отмычку, сука. У тебя одна была? Две. Все. Что, у меня 10. Бахир, you in here? Бахир, ты где? Достаем дрободаны, пацаны, и убиваем его нахуй. Ты чё, блядь, передоз что ли словил? Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like Ногу it's going свело, to explode. Пацаны. Are you turning? Блять, лучше знай, блядь, как его убить. Ну, потом разбираться. Что у него там свело? Зарубило, наверное. Теперь он обратился. Бахир, ты чё? А, ему и дать колес? Блять, чувак, подходи, подойди еще ближе. Там ампул надо забрать, я там снизу. What you took is junk. Сука, почему прям впритык надо? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. Нарик. I can't. I promised. This guy is very useful.
He brings me things from the outside. Yeah, like phony Antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Надо позвать доктора Лену. Oh, please, в больничку. Я, по-моему, сам нижний этаж, кстати. Я его, блядь, сход заебал. Давай еще возьмем пока. He's not turning, but he needs a doctor. А этого помнишь, не? Блядь, что-то нет. It seems to me this is about the only safe place. Ну, он там потом, блядь, убьет кого-то с пистолета, сбежит, там, канализации надо будет с ним. Потом сына его будет. И вот сын его, кстати, я подозреваю, это герой второй части будет. Возможно. Ну там про отца все время заливал в этом трейлере. How do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place. Ну, может, сразу пистолет отдать, типа, не искать пистолет. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. У нас теперь пистолет со старта дают. Да. You got it? Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop. Бесконечный пистолет, блядь. А, кстати, может, тебе не дадут пистолет, чувак? Speaking of the pawn shop, would you do me another favor? И по этот же, блядь, Севента того еще. You're going there anyway, right? Не пистолет, what is it? It's a... Don't laugh, okay? Я куплю тогда какой-нибудь там желчный, не знаю, как пойдет. I know it sounds silly, but... Вначале не будет. It means a lot to my son. Ну что, тебе еще винтовка и дробовика осталось. Все, мужика прошли. Так, убейте солдат Райса. Че, поем убьем? Это второстепенный квест. А, вот какой-то появился. Давай убьем. Это чисто, наверное, так. А у них автоматы есть? Нет, можно их на пон взять. С пушки. Опа, 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 я держу на прицеле. Держишь? Ага. Один убежал, один убежал. Цени, цени, да, такой. Нихуя ты, блядь! Он уклоняется! Ты видал? Я его на шее рванул, он такой, хватит! Вот, зацени! Убил двоих, а что ты удержишь, а? Да, и можно два трупа обыскать, покинь. А, не, это молоток. Его же расчленило. Так, ну чё, какое у нас задание есть еще тут? Пойдем тогда, ладно. Стрелок какой-то. О, недалеко, да? А, не, отыщите какую-то фигурку. А, ну да. Пойдем. А как с двух ног бить, подожди? Пробел, прыжок, Е. Пробел. Это через shift. Shift, пробел, прыжок, Е. Бля, не то. Нет, писи. О, все. О, тихо, подожди, подожди. А, я тоже хотел. На нахуй. Что ты ухаешь, бля? Ебать, не летает. Нахуй молотком. Бля, что-то сзади подошла. Типа аннигиляция вселенной. Как это живучая, бля, она выдержала. Гори, мразь! Гори! Гори! На нахуй! Животное. Редска, ты уже папки полутать. Зачка есть, а потом мужики. Пошла нахуй! Шлюха. Надо будет еще раз возвращаться. Ой, блядь, сейчас убьют. Нахуй. Так, чувак, около тебя зомби ходит, я пока не могу. Я хиляюсь. Да, для дробовика патрон нету. На огнестрел вообще патрон нет. Это плохо. Я думал в этом в аирдропе возьму. Да там на раз не приходится. Да. Ой, блядь, что-то вас многовато, пацаны. Да, но ну, ножичек этот топовый вообще. Нормас тема. Какой? Ну вот этот желтый. Заказ, да. Ну да, он топовый, да лучше. Вначале такое оружие навалить, блять, это, конечно, умно. И вот эти все молотки нахуй не нужны теперь. Ну, у него ограниченное количество починок, он сломается. Да. Но пока он доминирует. Чем ты активнее используешь, типа, тем быстрее сломается.
Так что это тоже справедливо по-своему. Угу. Так, а куда тут зайти? Чуть не понял. Потом вниз надо зайти. Ебать, я чувака на две части разрубил. Сверху спрыгнул на него с мачете и прям расплавил по центру, короче. Попробуй как-нибудь, кайф. А нам сюда? Нам сюда, да. В эту халабуду. Значит, искать скрытый вход. Так, я предполагаю сверху, наверное, вход. А, не, нет, фига. Ух, пацаны! Эх, выйду в поле погулять с шашечкой. На нахуй. Головы посрубать. Казачок. Недавно видос смотрел какой-то в телеге. Какой-то гусар, реально в гусарской форме мужик, ходит и шашкой машет, покинь, в Питере. Ой, я вообще охуел. Не арестовали? Не знаю, ну, наверное, потом арестуют. Ой, я нашел. А, нет. Да или нет? Вот здесь какой-то гараж есть. А войти можно там? О, открыл гараж. Всё, о! Открыл. Ебать, тут электронный магазин. О, хакаем бабки. Барахолка ебаная. На кьюшечку. А, вот, да, подсвечивает, глянь, комнату. Значит, тут еще есть. Я ключами открыл, короче. А в комнату? Ключи, блин. А в комнатухе еще что-то есть? Записка ПУ какую-то. А закрыть обратно нельзя? Еще полезут выблядки. Отмычка. О, фигурку нашел. А, ее и надо было взять, кстати. Телевизор. Стрелок. Понести фигурку Давуду. Да тут, кстати, дохуя чё лежит. Да. Вот патроны есть, чувак. О, бля. Забрал патроны. Да, у меня на этот самый. Кстати, а их крафтить можно? Ебать тут лежит. Ебать, я нахуй лутаю. Как не в себя просто нахуй. Все забираем, сука. Я не могу. О, молоток, отмычка. Цени, тут там еще гвозди лежат, бензопилы. Вот женщины к нам пришли. Нахуй их. Ебать, я ее наэлектризовал нахуй. Вот аптека, ёб твою мать. Похитцы, кстати. Нормально, нормально, я считаю, зашли. Неплохо зашли, да. Согласен. Ты чё, блядь, тут воняешь тухлятиной? Ой, там что-то заходят еще пацаны какие-то. Какие-то летают. А, дверь можешь закрыть, кстати. Да? Я закрою, ну. Так, мне нужно с патронами разобраться. Ну-ка, чертежи, я могу скрафтить? Нет патроны? Не, не могу. Коктейли могу. Вроде я все забрал. Ракеты могу скрафтить. Больше ничего нет. Эвил массаж или что это там? Так, дай-ка я пока накрафчу аптек. О, у меня уровень, кстати. Еще можно. Удар о землю. Прочность 2. Ваше тело становится крепче и может выдержать еще больше урона. Удар Азимова. Так, шокер, хуёкер. А, я тебе могу сделать циркулярную пилу, наверное. Ну-ка. Я могу 9 аптечек сделать. О, я могу электропилу какую-то сделать, прикинь. Фиолетовую. Я хочу циркулярную сделать. А что не делать с ней? Не хватает что-то? 7, 2, а, гвозди 2. А, у меня получается... Не понял. Два металлических деталей, а мне только хватает клинок, что ли? Что? Нет, ничего не делается. 10 аптечек скрафтил, нахуй, тупо. А, у меня, может, денег не хватает? Где посмотреть деньги? Ракеты можно скрафтить. Деньги, как деньги, деньги, деньги. 414. Сюрикены. Не крафтится, ну ладно. Так, а это можно разобрать все, да? Можно из дробовика какую-то песчаную бурю сделать. Обрушить ее на врагов шквальный огонь из двустволки. Непонятно, что она делает, конечно. Ну, стоит попробовать. Почему нет, как говорится? Чем песчаная буря отличается не песчаной бурей? Так, всю белую хуйню я разобрал. Ну все, можно выходить. Ебать, тут... Трупы гниют, лежат. Я не знаю, чем песчаная буря отличается. Так, пойдем по следующим квесту, а потом пойдем сдадим тогда квест.
Ну, типа, деревянный какой-то дрэп стал, другой, что ли? Он изменился, вид, нет? Или нет? Перебинтованный теперь. Дробовик. Походу, типа, просто это меняет, короче. Ну что, мужики? Так, давай я квест поставлю. Да, так, и еще одно задание надо сдать, кстати. Стрелок. Вернитесь в башню и выясните, что произошло. А, не, подожди. Тихо. Да, стрелок. Стрелок, блин, с этого, блядь. Это куда, сюда? Из сталкера, это. Не, не сюда, это... Это выше, выше на этаж. А, это в магаз. О, это хорошо, ну, туда и надо. А, не, еще выше. Ну, давай в магазе, ладно. Потусуемся. Что-то можно купить. Ебать, мясной нож. Мясницкий нож. Марля. Марля нужна. Аэрозоль мне не нужен, батарейки возьму, жестянку возьму, клинок возьму. Чертеж электроприводящая какая-то залупа возьму. И чертеж хочу. Я все. Пошли. Так, все, пожди. Нож крюк. Тяжелая кувалда какая-то. Ладно. Так, пошли выше. А куда? А как выше? По той же лестнице. Так, и куда-то, а не, не сюда, сюда. Тык, 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 тык. What happened? Where's the wound? He has gone, and he has taken my boy. Okay, can you tell me what happened? Что случилось? He has wanted to leave for weeks. Ладошка поебал. Хочешь? We have been fighting about it. Тупая шляндра. And took all of our money and kidnapped Sammy. Сына забрали. Прямо там киднепит. He said he found the way out, but I don't know what it means. He would not tell me. Я Аллах. Салма. Как он мог? Пес. How could he do this? How did he get a gun? I'm sorry, Salma. I got it for him. He said he would use it to get both of you out. Это пистолет дали. La la la, Dawood does not want me. He has not wanted me for a long time. Now he has what he wants. I'll get your son back, Salma. I don't know how, but I will. Да нахуй надо, блять. Развелись, развелись, все, сына забрал, пошла она. Познакомьтесь с Райсом. Ну чё там, все квесты мы сделали. Так, ну да, тебе. Повторяем какие-то задания. Мультиплеер, вторжение, я зомби. Снова заказы. А, заказы надо еще сделать. 90 миллионов.